Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, да. Я вижу, вы с Машей частенько играете. У меня к вам вопрос, как к известному тренеру. Каковы перспективы роста у Марии Монаковой? Нет, во-первых, она вполне нормальная. Дальше не надо ей расти. Вот. А в шахматах, ну, характер. Она женщина, ну, что с ней взять, да. Александр Сергеевич мне все время говорит, по любой вопрос, он говорит, бросай шахматы. Все время. Спасибо.